О чем будет рассказ? Мне пришлось в одном из проектов заниматься не написанием с нуля. Слушай, мне кажется, как-то громко. Можно потише сделать? Нормально, да? Хорошо, все, тогда не трогаем. Не написанием с нуля, потому что, ну, обычно всегда, когда там вот как бы там, что за проект с нуля, Greenfield, все, мы там заново пишем, все классно, все замечательно. То есть обычно такая ситуация, она как бы очень классная, воспетая в легендах и балладах, но как бы ситуация, когда надо разобраться в старом коде, тоже иногда очень интересная. Вот, я о таком специфическом опыте хотел как раз рассказать. Вот. Поскольку, ну, как бы часто, когда работаешь со старым кодом, есть какая-то команда, которая вот этим делом занималась, тебе рассказывают, как там правильно, что надо делать. В нашем случае так получилось, что команды не то чтобы не было совсем, но, в общем, все очень слабо знали, что там вообще в коде есть, как это все работает и что с этим всем делать. Вот. И реально приходилось очень много заниматься археологическими раскопками, то есть смотреть в коде, что там где как устроено, расследовать там в гите, смотреть, что где как и так далее. Поэтому у меня вот такая стойкая ситуация с археологическими раскопками возникла где-то на втором месяце проекта. Вот. О чем рассказ будет, собственно говоря? Рассказ будет о такой вещи, как поддерживаемость кода. То есть, когда мы пишем программу, у программы есть, грубо говоря, разные свойства. Да? Там она может быть, там, как быстро ее можно написать, насколько новые технологии, там, я не знаю, производительность, масштабируемость, там, черт знает, что еще. Вот. То есть, часть из этих... Сори, с простудой. Часть из этих вещей останутся за кадром. Я хочу рассказать об очень специфическом аспекте. Это насколько код, в зависимости от тех или иных решений, легко поддерживать, и насколько все это дело, в общем-то, дорого для заказчика с точки зрения там, усилий, которые надо затратить. Часто эта характеристика, в принципе, может быть и не важна. То есть, может быть, для заказчика будет важно, не знаю, что-нибудь там, какой-нибудь там time-to-market или там еще что-то такое, там, или какой-нибудь адический перформанс. Но в данном случае вот я хочу рассказать именно о вот этом аспекте. На картинке схематически изображен жизненный цикл кода. Как обычно приложение живет? То есть обычно у нас есть какая-то фаза discovery или proof of concept, где пишется, наверное, какой-то код, который, ну, по-правильному потом выбрасывается. То есть все, что происходит в том зелененьком прямоугольничке, обычно потом, в общем, уходит. Вот. Потом у нас есть какая-то фаза активной разработки, где разрабатывается что-то, что называется первая версия, version 1. И на фазе вот этой вот активной разработки код в основном пишется. То есть команда пишет много кода, и код читается редко. Ну, то есть как обычно все это происходит. То есть вот, ну, начали работать, получили требования, модуль закодировали, потестили, закоммитили, пошли дальше. То есть часто, ну, как бы часто ты к старому коду, в общем, не возвращаешься на этой фазе. Вот. И потом начинается фаза поддержки, которая у меня вот здесь выделена оранжевым, она обычно такая довольно длинная бывает, то есть, ну, как бы если, в общем, пока бизнес не развалится, грубо говоря. То есть это могут быть годы, годы и годы. Вот. Когда, в общем, разработчики говорят, не хочу поддерживать старый код, но что интересно, то, что как раз приложение, которое разработали, на вот в том зелененьком и синеньком квадратике оно деньги потребляет, а где-то примерно вот с этого оранжевой фазы оно начинает деньги приносить, ну, если оно вообще деньги, в принципе, приносит. Вот. И на фазе поддержки происходит, в общем-то, ровно обратное. То есть код много читается и мало модифицируется, ну, в относительных, так сказать, соотношении. Как обычно осуществляется поддержка? Опять же, относительно вот более-менее классической схемы, когда у нас сначала что-то разрабатывается, потом это что-то поддерживается. То есть у нас обычно есть какая-то команда, которая здесь вот часть А и часть Б на схеме изображена. Там, ну, например, там, 15 человек, например. Они усиленно разрабатывают какой-то код, потом наступает фаза, когда этот код выкатывается в продакшн, то, что вот внизу синеньким прямоугольчиком, rollout. И обычно где-то в этом месте происходит там частичная ротация команды. То есть часть команды уходит, сам размер команды несколько уменьшается, и приходит какая-то часть команды, которая потом занимается поддержкой. Что здесь важно? Важно то, что
Во-первых, некоторая преемственность команды сохраняется, то есть часть людей, которые писали код, они же остаются. А во-вторых, люди новые, которые пришли, они имеют возможность с этими старыми людьми обмениваться знаниями, и есть некоторая преемственность, так сказать, поколений. И народ там постепенно, врастая в проект, привыкает к техническим решениям. В общем-то, как бы там, ну вот фраза там заказчика, что в нашем проекте новому разработчику требуется 6 месяцев, чтобы освоиться в проекте. Ну, вообще нормально. 6 месяцев, чтобы освоиться с проектом. Ну, на мой взгляд, это несколько многовато. Иной проект за 6 месяцев можно и с нуля написать. Вот. И, ну и таким образом, как бы проект каким-то образом живет, бизнес платит какие-то деньги там команде, и, в общем, как-то все это существует. При этом, что важно понимать, то, что оценить как бы адекватность тех или иных технических решений в этом случае как бы бывает сложно, потому что, ну, вроде как, вот все так делают, ты сюда пришел, как бы все так пишут, ну, то есть есть некий такой элемент социальной приемлемости, так сказать. Вот, что было в нашем случае? В нашем случае там, в общем, из-за сложности заказчика, то есть там это предложение сначала принадлежало одному заказчику, там потом его перепродали, в общем, там такие бизнес-турбуленции различные были. Получилось так, что была одна активная фаза разработки, потом команду распустили, была еще одна фаза активной разработки. Это все дело вышло в продакшн, потом была некоторая пауза, когда команды вообще не было никакой, и потом заказчик решил, что ему надо что-то в приложении подправить, он собрал еще раз новую команду уже относительно того, что было в проде. И мы туда посмотрели. В общем, некоторые вещи были довольно удивительными. О чем я, собственно, хочу рассказать. Как стояла задача, то есть как для заказчика выглядело. То есть у него есть приложение, которое приносит ему деньги. То есть, в общем-то, то есть бизнес идет, все как бы рабочее. Да? Но часть вещей его в нем не устраивает. Конкретно список проблем, в общем, характерный примерно для всех. Это приложение медленно работает, приложение работает нестабильно, и необходимо добавить несколько улучшений. Ну, как бы редкое приложение такого списка не имеет. Что мы сделали? То есть мы взяли исходный код, мы попытались его собрать. Получилось странно, несмотря на наличие инструкции всего-всего-всего. Мы попытались собрать еще раз, перечитав инструкции. Посмотрели, из чего приложение состоит, попытались понять, как там данные в целом циркулируют, начали что-то править, выкинули несколько лишних компонент, там приложению стало легче, и там параллельно мы начали что-то там такое уже исправлять, какие-то ошибки злые, там улучшать стабильность и так далее. Вот сейчас мы достигли состояния, когда надо сделать уже рефакторинг, то есть какие-то инерционные улучшения уже, в общем, как бы потенциал их исчерпан. На этой схеме анатомия типичного веб-приложения, вот на этой схеме обозначены части, которые анализируются при аудите приложения всегда. То есть из чего обычно там средний такой one-page front-end application состоит? То есть у нас есть front-end приложение там, на там, JavaScript или TypeScript каком-нибудь, например. У нас есть web-API, который оперирует какими-то веб-вызовами, есть какие-то DTO-шки классы. В середине есть какая-то бизнес-логика, есть уровень репозиториев, которые к базе данных имеют доступ, есть какие-то entity, ну то есть обычно на что-то все это мапится, если это GPA или там даже JDBC. И есть какие-то третьесторонние API, которые вот эта бизнес-логика вызывает. Вот, собственно, вот обычно в приложении при анализе всегда выделяются вот эти части, и на них, в общем, смотрят, пытаясь понять, что там происходит, насколько там все проблематично или нет. Ну, собственно говоря, у нас подход был точно такой же, то есть мы выделили вот эти части там в приложении, начали на них смотреть, там, где проблемы, что можно улучшить. Дальше пойдет набор таких разрозненных фактов, то есть тут нет особого сюжета, то есть просто это некоторая коллекция, там, что вызывало удивление. Да, если есть вопросы какие-то, лучше сразу задавать, или если все пока понятно было, там, потому что я немножко быстро бежал там. Окей. Финансы. А это на что влияет? Окей. На самом деле, там то, что будет дальше в списке, там 80% взято, в общем-то, из одного проекта, и потом я, когда уже начал слайды вместе собирать, там получилось несколько сюжетных, так сказать, ходов из двух других проектов, которые вот в прошлом году у меня были, там тоже было много интересного.
Итак, самое первое, ну, то есть, если вот вернуться к схеме, то начали копать, в общем, копать. Обычно раскопки всегда начинаются с базы, то есть от данных, ну, и дальше там постепенно как-то вверх поднимаешься. Что было с базой? С базой, ну, самое первое, что вызвало удивление, это отсутствие ссылочной целостности. То есть там никаких констрейнтов на референс не было совсем. И в сочетании с неочевидными именами полей понять, что лежит в базе, было довольно сложно. Ну, то есть там из 50 таблиц часть, в общем, была более-менее нормальна, можно было догадаться, а примерно половина было очень сложно, глядя на базу, понять, что же здесь лежит. Вот, то есть, в принципе, в базе данных с несколькими сотнями таблиц на такую задачу нужно буквально нужны недели. Также, если у нас нет декларативных ограничений, то были случаи, когда одно приложение пишет данные и оперирует с ними нормально, то есть, ну, как бы вот в базе данных у него с точки зрения этого приложения все хорошо. А с точки зрения другого приложения в этой же системе, в базе данных все нехорошо. И оно, когда читает те данные, которые это приложение записало, его там клинит. Там бизнес был устроен так, что они не всегда встречались друг с другом, то есть они как бы оперировали немножко над разными бизнес-сущностями. Но иногда они встречались, и данные тогда пользователю показывались тупо ошибочные. Хотя, в принципе, то есть обычный констрейнт бы это дело все решил. Очень расстраивает отсутствие нормализации. То есть вот когда модель не соответствует там, первой, второй, третьей нормальной форме, то есть тоже понять, что в базе лежит, вообще невозможно. Плюс были такие замечательные вещи, как, например, у нас есть одна таблица, есть другая таблица. Имена из имен таблиц не очевидно, что они имеют друг к другу отношение. Ну, то есть одна там названа что-то типа там какой-нибудь там условный portal user, а другая названа что-нибудь там event sample. Вот. Но при этом и portal user, и event sample должны иметь один и тот же ID. То есть event sample, event ID, ID-шник должен совпадать с ID одного из пользователей. Никаких ограничений нету, логика зашита где-то глубоко-глубоко в коде, там лежит неочевидно. Вот. И как только ты начинаешь трогать, то есть догадаться вот об этом практически нереально. Также очень радует большое количество, ну, как бы там, изрядное количество таблиц, которые содержат данные, которые поддерживаются, то есть туда кто-то что-то пишет, но никогда не читается, вообще никогда. То есть мне потом удалось восстановить картинку, было следующим образом. То есть когда-то там 3-4 года назад их создали, потом перестали использовать, и об этом факте, то есть народ по инерции их поддерживал. Там, то есть писал код, который в ней пишет, то есть поддерживал все это в целостном состоянии, но, так сказать, решиться их удалить из базы никто не мог. Это делают вот эти зомби, они там существовали годами буквально. Мой вообще любимый пример тоже. В базе есть две таблицы. System Domain Table и System Domain Table. Они содержат почти похожий набор столбцов. То есть набор столбцов там совпадает там вот с разницей в две колонки. И похожий набор данных, но тоже не одинаковый. Причем нельзя сказать, что в одной таблице набор данных является под множеством другого. Нифига. То есть там есть данные, которые уникальны для одной таблицы, есть данные, которые уникальны для другой. Вот. Таблиц, как бы, поскольку reference integrity нету, то есть на них никто не ссылается, угадать, какая же таблица настоящая, практически нереально. И еще хуже того, еще есть код, который пишет и в ту, и в ту. Ну, то есть вот кодовую базу, когда ее анализируешь, да, вот ищешь просто имя таблицы, есть код, который туда и туда пишет. Вот, то есть у меня, я сначала, то есть, ну, как бы, я пытался угадать. Там есть паттерн, что там все имена таблиц были в единственном числе, то есть теоретически это должна была быть таблица System Domain Table. Я, исходя из этого предположения, сделал там какие-то скрипты. Вот, они работали странновато, там что-то выпадало. Я пошел расследовать. Ну, причем там не факт, что из-за этой таблицы выпадало. Я нашел человека, который когда-то работал с этим кодом, там, и он мне сказал, что, знаешь, вот на самом деле вот domain stable правильное. Вот, я переделал, все там стало правильно. Но вот такая криптоархеология, то есть понятно, что, во-первых, много времени отнимает, и просто не каждый тупо до этого дойдет. То есть поддерживать такой код практически нереально. Там, ну, еще то есть, тоже второй момент любимый. То есть там есть покупки в корзине и покупки, ну, айтемы, вот,
скажем так, элементы, которые в корзине лежат, они могут быть различным образом там с друг другом связаны. И вот в приложении было 4 разных способа связывать между собой эти айтемы, которые все 4 использовались там в разное время, и немножечко там вот некоторые из них были немножечко сломаны. Вот. Причем, то есть, опять же, то есть никаких ссылочной целостности никакой ничего не было. То есть, и угадать, какой из них используется на текущий момент, можно было только вот путем там каких-то экспериментов. Еще из веселого. В системе использовались 2 разных сервиса, использовали разные СУБД. Один использовал Postgres, другой MySQL. Я в целом окей с любой базой, но как бы уже надо бы определиться. Очень радует, тоже радовало это вот использование Flybase. То есть понятно, что версионирование базы из кода, в общем-то, штука хорошая. То есть как в Liquibase или Flybase, когда вы пишете патчи, они автоматически накатываются. То есть в принципе все это хорошо. Но проблема в том, что народ там этим откровенно злоупотреблял. Патчи было 5 мегабайт, и в патчах было там буквально какие-то вещи. То есть мы добавляем столбец, мы пишем какие-то данные, в том числе в этот столбец, потом через несколько месяцев мы удаляем этот столбец, удаляем часть из этих данных. И вот эти вот патчи, там история патчей там 4-летняя, вот там как бы начальная схема, это которая в результате, то есть это какой-то вот там они существенно различались, прям очень существенно. И в результате как бы, то есть был единственный способ взять и проиграть все эти 5 мегабайт патчей, чтобы получить исходную как бы схему данных. Больше ее нельзя получить было никак. Ну или спрос сфотографировать. Вот. Еще один момент, который тоже радовал, то есть народ использовал NoSQL. Я, в принципе, NoSQL люблю. Там я его начал на него смотреть как бы там на MongoDB году в 14-м, наверное. Но как выяснилось, когда тебе надо поддерживать приложение, в нем есть NoSQL, то поддерживать это очень сложно и больно. То есть там никакой консистентности модели нету, нормальных форм там тоже нету. Банальный отчет построить, как бы вот я задался вопросом, какие есть генераторы отчетов для NoSQL баз данных. Я дошел, искал интернет, дошел до вопроса, когда народ спрашивает, какой лучше генератор, ему говорят, если тебе надо генератор отчетов, не используй NoSQL. В общем, короче, какого-то кандидата на этом мне найти не удалось. Ну и простейшие операции по администрированию, в общем, они, если там для RDBMS все давно уже натренировались, то для NoSQL они вызывают какой-то просто странный ступор. Вот, какие я для себя сделал выводы? То есть вот, грубо говоря, если я буду там в следующий раз делать проект с нуля там, или там близко к этому, как бы, что иметь в виду, чтобы потом его было проще поддерживать? То есть не использовать NoSQL. То есть NoSQL только вот если действительно прям вот есть пентабайт данных или что-то там вот прям такое. Я понимаю, что это звучит реакционно, да, там как бы RDBMS уже там много десятков лет, как бы RDBMS придумали, когда еще не родился. Но реально как бы кажется, что конкурентов RDBMS сейчас нету. То есть NoSQL только если что-то прям, ну вот очень-очень специальное, что вот так сейчас в голову сразу не приходит. Вот очень помогает первая, вторая, третья нормальные формы. Прям вот вообще вот исключительно помогает. Очень помогает подумать заранее про типы данных. Сейчас очень сильно популярен agile подход, когда мы вот там что-то сделали, потом мы накатили патчики, потом в следующей итерации мы еще что-то поменяем. Не надо так делать. Нарисуйте схему базы данных сразу. Это не очень сложно обычно, но вот рисование сразу схемы базы данных, оно настолько прям упрощает вещи. Не, ну понятно, что требования меняются, но редко требования меняются так, что у тебя, значит, в первой патче у тебя, значит, типа там 3 таблицы, а в конце у тебя их там, например, стало там 83, да, то есть как это, 80, как это, сколько это в процентах-то получится, да, там типа там... две трети требований были изначально неизвестны. Но так не бывает, как бы. То есть, если тебе известно, грубо говоря, 80% требований, ну, ожидается, что у тебя 80% таблиц, наверное, сразу будут на месте, приблизительно там, плюс-минус. Вот. А если требования меняются кардинально, ну, можно сделать ребейс, то есть, как бы, грохнуть старое, создать новое. Но вот это вот придумывание, давайте мы там, изначально у нас был кролик, но путем, там, сказать, длительных мутаций мы получили там динозавра. Вот, то вот это прям ужасно. И вообще, то есть, в принципе, планирование схемы данных – это прям вот очень важное упражнение. То есть то, что требования меняются, но не бывает так, что у тебя с итерации 1 до итерации 10 поменяло все к чертям. Ну, как бы
То же самое, ну, как бы я не верю в это, что можно, не зная, что мы будем иметь в результате, мы там начали что-то уже пилить. Как бы это такой очевидный фейл. И очень помогают всякого разного рода декларативные ограничения на ссылочную целостность, констрейнты тоже не в лишний прописать, как бы, если вдруг знаете. Прям очень полезная штука. Так потом помогает при разборе, просто вот слов нет. Очень хороший момент, то есть это эмпирическая цифра, но вот примерно, что 1 час изменений базы данных равняется примерно 100 часам изменений UI. Вот, это эмпирическая цифра, то есть, но она пока вот меня сильно не подводила. То есть если вы там в течение часа вдохновенно меняете таблицы, это значит, что потом в течение 100 часов придется что-то делать на UI менять. Ну там, опять же, плюс-минус, смотря что меняете. Вот, поэтому желательно планировать базу данных, схему базы данных так, чтобы ее менять пришлось поменьше, чтобы поменьше пришлось делать UI. Ну и то, что я уже говорил, очень помогает делать ребейс в системе версионирования базы данных, то есть периодически, когда вы там достигли какой-то стадии, сказать, давайте мы сейчас сделаем снапшот всех таблиц, сохраним это как version 1, а старые к чертям грохнем, потому что все равно оно уже не нужно. То есть это тоже очень полезное упражнение, потому что если вы помните всю историю версионирования за последние 4 года, она, во-первых, никому ни зачем не нужна, и потом с этими многочисленными SQL-патчами, в принципе, непонятно, что с ними делать. Еще раз, это слайд любви к RDBMS. После разбора старых проектов я так реляционные базы полюбил, просто слов нет. Вот так там все здорово и классно, когда в схеме все нормально описано. То есть, чтобы от всего этого отказаться, нужна такая веская причина. Я вот как-то раньше это дело не осознавал, вот, но после вот попыток разобраться, что происходит в базе, я прям так этим делом проникся, просто нет слов. Вот всем очень рекомендую прям базы данных реляционные любить. Следующее – это модель данных. Ну, если мы говорим о веб-приложении, обычно модель данных – это она живет примерно в 3 местах. Это GPA сущности, ну или не GPA, но что-то, на что мапится база. Это DTO-шки, то есть что-то, что возвращается API браузеру. И это какие-то объекты данных, которые живут в скопе приложения или сессии. Там часто это бывает очень мало всего, часто бывает, в общем, довольно много всего. Но как бы там ни было, что-то обычно всегда там есть. Я сейчас быстро пробегусь, что там вот было такого ужасного. То есть, во-первых, люди делали следующее. Для удобства делали вычисления каких-то промежуточных вещей в классах сущностей. Вот. Это очень неожиданно. То есть вот ты вот этого совсем не ожидаешь, что у тебя какое-нибудь среднее там значение каких-то коэффициентов высчитывается прямо в том классе, который читается из базы. То есть, в принципе, последнее место, где ты их ищешь, и если у тебя есть какие-то вычисления, которые что-то досчитывают, и тебе надо проверить их правильность, вот в entity их делать не стоит. Это вот очень неожиданное и странное место для этого дела. Лучше для этого сделать какой-то отдельный сервис. Другой момент, который был, это было DTO-шки. То есть как бы идея спланировать сущности, вот схему базы, в принципе, более-менее еще распространена. То есть народ как-то еще планирует вот схему базы или entity более-менее сначала модель. Но идея о том, что DTO тоже хорошо бы спланировать сначала более-менее системно, она в массах не распространена приблизительно совсем. То есть я вот этого вообще ни разу не видел. То есть обычно народ вдохновенно делает API-вызовы и под них тут же на месте делает DTO-шки. Вот, в результате DTO-классов оказывается примерно там, не знаю, может быть, в 4 раза больше, чем сущности или даже больше. И они очень несистемны. То есть как бы одни и те же похожие данные, они могут в DTO для разных API-вызовов представлены быть совершенно разными уже Java-классами. То есть где-то, причем это все дело переиспользуется, где-то не переиспользуется. То есть когда вам необходимо потом что-то в этом деле поменять, вот, то изменить все это дело практически невозможно. То есть есть у вас, например, какой-нибудь там класс события, который возвращается на UI. И вы вроде бы как бы нашли вот этот event DTO, и вы что-то в нем поменяли, например. Но оказывается, что этот event DTO еще попадает каким-нибудь еще одним классом, который созвучно называется, например, сидит в другом пакете. И эти же данные о событии попадают в виде, например, какой-нибудь там строки еще или какого-нибудь хэша еще. То есть вот выловить все DTO-шки очень сложно, и вот народ об этом не думает обычно совсем.
Также интересный момент я поймал. Вроде бы как в 8 Java появился тип local date time. И, в принципе, пакет этот Java time. И теоретически кажется, что его бы надо использовать для всех манипуляций датами, с датами. Но внезапно оказывается, что не все сериализаторы его поддерживают. Вот. Причем это, они его не поддерживают просто втихую, то есть его просто не сериализуют. Вот. То есть при описании DTO я для себя вывел правило, лучше придерживаться каких-то таких совершенно стандартных еще до вот Java 8 классов. Тем более, что в принципе в JavaScript всего в принципе 7 типов данных, там как бы захочешь, много не разбежишься, то есть там особо нечего делать. Поэтому лучше как бы типы, которые вы в DTO используете, сразу заранее определиться, что вы там используете. Вот там строка, число, boolean, дата, там что еще. И все, и вот их придерживаться. В принципе, кажется, что это проблема сериализатора, но поскольку сериализаторов в Java много, стандартного нету, то это у вас может выплывать внезапно в разных местах. Еще один момент. Как выяснилось, я думал, это вроде как бы общее место, да, то есть хорошо, если это все так думают, но, по крайней мере, анализ кода показал, что нет. То есть народ норовит запихать сессионные данные в самые разные экзотические места. То есть если мы говорим про Spring, там есть совершенно стандартный способ хранения сессионных данных, там Scope Session. Он, в общем, нормально работает, на него есть нормальная документация, но при этом народ вот приделывал сессионные данные куда-то просто вот совсем. Например, расширили метод user, класс user, user details, сделали от него наследник, и вот туда еще вот впихнули дополнительные поля. Так тоже работало, но это, в общем, нестандартно, неожиданно, и приходится каждый раз вместо спринговых механизмов использовать вот такие вот костыли, как на примере. Еще момент, который тоже запал в память, это манипуляции данными через рефлекшн и всякие неявные соглашения. Вот. Когда ты пишешь код, это кажется очень хорошей идеей. У тебя есть entity с полем какой-нибудь field 1 и в DTO-шке field 1. Ты говоришь, намапни их, пожалуйста, оно там автоматом мапит, все классно. Ровно до того момента, когда у тебя не начинает модель там в той или иной стороне, стороне меняться, ты что-то меняешь, у тебя вроде как все компилируется, запускается и почти даже работает до момента, когда не доходит маппинг этого entity на эту конкретную DTO-шку. Выясняется, например, что ты переименовал поле, потому что оно было, например, синтаксической ошибкой. И все, привет. То есть оно как бы падает, или хуже того, например, в поле не приходит значение, потому что вот этот, тот механизм, который через рефлекшн их перекидывал, не находит. И искать такие вещи очень сложно. И, в принципе, если можно вот какие-то вещи, манипуляции данными делать через вызов Java-методов, то лучше, конечно, по возможности делать так. То есть это может быть более занудно. Я там не призываю каждое поле писать там поле в поле каждый раз. Но, в общем, злоупотреблять такими очень умными рефлекшн-штуками тоже не стоит. Почему? Потому что потом эти вещи потом долго-долго будут очень экзотически ломаться в продакшене. Ну, я, в принципе, что делать, почти все уже рассказал. То, что вот не стоит смешивать данные логики и логику. Для сессионных данных использовать Spring, а не, если у вас Spring, ну, в общем, скажем так, возможности фреймворка, а не изобретать самим. Ну и проверки времени компиляции – очень хорошая штука. Компилятор вообще штука хорошая. Вот, используйте его. Тоже как бы больное место. Сколько слоев логики должно содержаться в Java-приложении? Как бы, ну, на эту тему сейчас как бы есть некий консенсус, что вроде бы как бы три контроллера сервиса репозитории, там, ну или там иногда кто-то четвертый какой-нибудь добавляет. Но, как выяснилось, этого соглашения тоже придерживаются не все. Тут сейчас много-много текста, я так голосом расскажу. Как бы. То есть народ пытается очень сложные, странные цепочки вызовов строить. Очевидно, это из-за того, что, ну, как бы предварительно начав писать, не достигли какого-то соглашения, как все это дело будет происходить. И, то есть вот количество слоев, оно там меняется, как-то все это дело по кругу друг друга вызывает и так далее. То есть хорошо, когда обработка запросов в приложении идет всегда предсказуемо. То есть мы видим, что пришло в контроллер, потом какая-то цепочка вызовов сервисов, потом репозиторий. Когда ты такое приложение меняешь, ты заранее, в принципе, примерно знаешь, куда смотреть и где что искать. Когда структура классов некая, представляет собой некую мешанину, очень сложно потом фиксить какие-то проблемы. То есть потому что невозможно угадать, куда лезть и где все это дело найдется.
Здесь у меня какого-то четкого рецепта нету, но просто хотя за исключением того, что лучше заранее договориться, как вы все это дело будете строить и придерживаться одного и того же способа. Еще вот мое любимое, вот этот вот во втором пункте, бах, я прям вообще, у меня прям премиальные практически, выглядело следующим образом. Нам надо было понять, где происходит подписка на цены. И по всему, по анализу кода выходило, что она нигде не происходит. То есть была такая строчка «Priced Listener» равняется «Get Priced Listener», и ему передавался список тикеров. И результат исполнения этого «Get Priced Listener» нигде не использовался. То есть он там, идея его сереньким помечала. Выглядит абсолютно невинно. То есть, причем там таких строчек не одна, там много всего. То есть, и пока я вот этот «Get Priced Listener» не провалился на 4 вызова вглубь, я не нашел, что где-то там в глубине всего этого дела происходит на самом деле подписка на событие RabbitMQ. У меня нет слов. То есть это настолько такая бомба, хотя, казалось бы, как бы ошибка невинная, да, просто метод, который что-то меняет, назвали с приставкой get. Не надо так делать. Вот. И последнее, что тут сказать, то есть это вот народ решал похожие задачи там различными методами. То есть, например, в системе было... как бы было, есть сейчас 4 разных способа параллельно существующих маппинга entity на DTO. Причем все 4 рабочие, то есть там через какой-то helper объекты, через какой-то автоматический маппер, внутри DTO-шек было и внутри сущности, что еще характерно было. И они используются в перемешку. То есть такое ощущение, что 4 разработчика каждый сделал под себя. И они между собой не общались. Выглядит это ужасно и очень тяжело потом разгребать, потому что ты не знаешь реально, как одно на другое потом намапить. Что-то. Это был эксперимент, они просто не выбрали победителя. Ну, может быть, это был эксперимент. Конечно, интересно будет посчитать в коде, кто выиграл в количестве использований. Ну, что делать? Да, я тут тоже, в общем-то, рассказывал. Единственное, что это, я тут недавно это присутствовал на собеседовании, и там был задан вопрос, как бы, что такое Solid? Я, в общем, за там, десяток лет уже успел забыть эту аббревиатуру. Я полез в Википедию, почитал и обнаружил, что Solid – это как раз штука, которая рассказывает, как правильно проектировать классы. Только сейчас уже никто не помнит. Перечитайте, офигенная штука. То есть там рассказано примерно половину вот того, что я здесь говорю. Ну и соблюдение базовых соглашений на именовании тоже очень помогает. Есть такая штука, как DSL, Domain Specific Language. Кто DSL использовал? Есть? Во. Ну вот, теоретически идея выглядит хорошо, да, что вы пишете какой-то свой Domain Specific Language, который, на котором проще и быстрее описывать доменную область. Проблема в том, что проблема здесь в том, что написать хороший язык, вот сколько здесь есть людей, которые написали язык программирования свой. Вот я почему-то тоже думал, никого нету. Он не да, он не пришел, снег занес. На самом деле написать хороший, я как-то мне вот год назад мне стало любопытно, я сел, я думаю, ну что, язык программирования, дай-ка я свой там. И написали свой язык. Ну, как бы мы взяли за базу сам HTML, вот, мы написали на него парсер, короче, то есть дерево, сочетание страшно, что такое. И как? Ну, вот, кстати, на скале писали. Ну, что, нормально. Ну, на самом деле, у меня была попытка написать язык свой там более дженерик, как-то, может, год назад, я понял, что на самом деле язык написать можно, но сделать его непротиворечивым, ну, как бы в чем основная проблема, за что там, не знаю, критикуют там любой язык программирования. Там в Java неправильной дженерики там, или там вот здесь вот этого чего-нибудь не хватает. То есть написать нормальный непротиворечивый язык на самом деле очень сложно. То есть реально людей, которые могут такое сделать, в мире там, ну,
реально не дофига, потому что язык должен быть непротиворечивый. Нельзя фичи накидывать вот абстрактно в кучу. И DSL это тоже касается. То есть вот как бы можно написать его как набор разрозненных фич, но тогда абстракция будет разваливаться, и будет оно работать как-то, в общем, не очень хорошо. Особенно проблематично, когда один раз его написали, может быть, было неплохо, а потом в течение нескольких лет совершенствовали, доделывая разные патчики. Ну вот в том виде, в котором я видел, получилось не очень. То есть как бы там фичи работали там не очень предсказуемо. Вот. В общем, если честно, мне идея не очень понравилась. То есть я подумал, что я, наверное, не готов как вот писать собственный язык, и потом как бы, в общем, с тем, чтобы дальнейшее поколение его там как-то это совершенствовали. В общем, вопрос спорный, ну, как бы, если вам очень хочется DSL, наверное, делать, но поддерживать эту штуку будет, сразу скажу, скорее всего, сложно. Потому что то же самое кастомное расширение SQL, ну, как бы, вот приходит человек... Не расширение, в смысле, ну, скажем так, по мотивам. Приходит человек, который это дело не знает. И каковы его шансы? Звучит опасно. Очень опасно, вот, и просто он сумел продать, вот, и а потом пришли требования, чтобы реально сделать из этого всю медицинскую систему. Угу. Вот, и вот начали нагонять народ туда побольше, и чтобы народ начал писать что-то, они говорят, ну что делать, давайте что-нибудь придумаем. Вот придумаем. Ну, в общем... Ну, короче, наверное, эта идея с DSL имеет смысл в каких-то очень больших системах, где там какая-то есть преемственность, длительное обучение и так далее, но вот для чего-то хотя бы medium size, я как-то крепко сомневаюсь, что это вам это поможет. Давайте посмотрим, кто у нас React владеет. Facebook. Какой у Facebook revenue? Вот если у вас ревеню меньше миллиарда вашего проекта, не стоит делать свой DSL, я так скажу. Если миллиард есть, можно на эту тему подумать. Очень простой критерий. Ну и много людей используют. Скалу-то сейчас уже не очень. Так, если честно говорить. Как бы Scala, она как минимум один раз меняла владельца. Вопрос как бы, он не инженерный, он скорее вопрос в бизнесе, да, потому что поддержка консистентного там, давайте посмотрим на какой-нибудь язык, типа, например, TypeScript, да, или, например, Dart. Кто Dart пишет? Автор Java Collections. Нет, это Брюс Экель. Кто пишет TypeScript? Helsberg. Если вы ни один и ни другой, возможно, вам, в общем, стоит воздержаться от написания собственного DSL, а по крайней мере, у меня столько смелости нет. Потому что на самом деле вот, много каких-то моментов, которые надо держать в голове, и при этом, представьте, вы из проекта уходите, приходит после вас другой человек, тоже сеньор, нанятый с рынка. И что он там делает? Да. Вот. Вот это вот как-то движуха, по сути, она как бы началась, вот когда в том году я вижу, да? Ой, я не помню. У меня да. Имена, значит, дырка в памяти. Да, и, собственно, этот там раз все вот это. То есть не поэтому люди начали как бы вот делать эти DSL, чтобы, например, аналитик приходит и говорит, даже не то, что приходит и говорит, а то, что аналитик прямо на этом языке описывает. Ага.
Теория выглядит хорошо, просто проблема в том, что, ну вот представьте, вам надо написать язык для аналитика, чтобы он на нем приходил и что-то писал. Ну вот, на мой взгляд, это прям очень такой челленджинг, задача. Ну и так и не происходит, да. Нет, просто DSL писать круто, то есть сказать, мы сделали проект с кастомным DSL, в резюме смотрится офигенно вообще, просто прям вот. Но есть нюанс, поддерживается тяжело. Еще один момент – распространенность инструментария, тоже по поводу строчки в резюме. То есть, если у вас в резюме написано типа Spring, 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 Java, 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 ну, как бы, ну, неприкольно. Там у вас какой-то такой фреймворк, сякой фреймворк там, сразу смотрится круче. Есть проблема в том, что если фреймворк знает, как бы, ну, занимает меньше 10% рынка, это значит, что типа из 10 нанятых человек его будут знать один в среднем. Как-нибудь хотя бы. Не факт, что профессионально. Остальные что-то быстро почитают, какой-то квикстарт, и начнут на нем тоже фигачить. Вот. И очевидно, что шанс, что они будут этот фреймворк использовать корректно, в общем, стремится к нулю. Вот. Поэтому если у вас фреймворк сколько-нибудь глубокий или какая-нибудь библиотека сложная и мало распространенная, то будьте готовы к тому, что как только вы его изучили, сделали все по фэншую, только отвернулись, там сразу начнется какой-нибудь ужас и кошмар. Вне зависимости от того, насколько инструмент хороший. То есть надо просто смотреть на реалии рынка. Если инструмент как бы мало распространенный, то ну, стоит подумать, стоит ли его использовать. То есть, если как бы вообще никаких вариантов нет, то есть там, не знаю, вам нужно, например, генерить бордовские документы. Как бы вариант один – это POE. Ну, вот, поэтому тут как бы хочешь не хочешь, как бы надо его выбирать. Но тем более, что POE как бы занимает как это, 100% рынка генерации Word-документов. Вот. А если что-то экзотическое, то лучше, в общем, может быть, там подумать в сторону более популярного инструмента. И, то есть, народ его будет изучать, когда придет в проект, и изучит наверняка не полностью, потому что менеджер говорит, ну, давай быстрее, там, в общем, как всегда, типа, там, ну, ты же там курсы какие-то закончил, давай ты уже нажмешь что-то кодить на этой штуке, там, ну, и понеслось. Поэтому исключение только, когда инструмент действительно простой, там какой-то глубины в нем нету, то есть его просто добавил, там, и ты знаешь, что там за два дня можно изучить, и особо там потом какого-то ущерба это все не нанесет. В остальных случаях, как бы классный инструмент не звучал, я на самом деле сам грешен, я как-то съездил на конференцию, вот, и я приехал очень воодушевленно, и следующий проект мы начали, делая фронтенд на GWT. Мне так за это стыдно, до сих пор уже, блин, 10 лет, наверное, прошло. Потому что малораспространенная штука, как выяснилось, там куча проблем было, но вот хотелось, потому что ну классно же, вот. Короче, лучше бы там Spring MVC был. Ну что теперь уже? Нет, почему? Был Spring MVC, старая штука, ты что, ему лет 15. Да, про него. Да, идея казалась, в 2008 году идея казалась офигенской, правда. Да, не, ну тогда был JSF, но в принципе тогда уже был XJS, тогда уже был jQuery, в общем, то есть, ну как-то там были варианты на самом деле. Вот, но jQuery казалось совсем унылым, как бы оно сейчас унылым-то кажется. Там XJS как бы тоже что-то думает, JavaScript учить, а тут раз сразу на одном языке, хлобысь. Ну... Ну, почему тогда так получилось-то, я понимаю, да, но вот, как бы, тем не менее, все равно то, что малая распространенность инструментов теоретически могла бы меня натолкнуть на мысль, что может подождать как-то что-то. Ну, в общем, казалось, идея хорошая. Ну, в общем, не делайте так. То есть, если инструмент редкий, подумайте два раза. А, юнит-тесты. Все любят юнит-тесты. Так все знают, почему юнит-тесты – классная штука, правда? Кто юнит-тесты любит? А кто нет? Ну, на самом деле юнит-тесты в целом идея хорошая, но проблема в том, что юнит-тесты должны быть хорошими, а их мало кто хорошими делает. То есть очень много юнит-тестов, которые тестят непонятно что. То есть ну как-то он метод как-то потрогал, но что в результате потестили, фиг поймешь. Вот. Или, например, там тесты подаем вот эту какую-то сложную структуру классов, на выходе должно быть 15. Ты делаешь рефакторинг, ты что-то поменял, на выходе 16. Это что, это нормально или нет?
Вот. Тест тебе не очень сильно помогает, потому что он тестирует как бы вот вход-вот-выход, что внутри тоже. Если нет четкого контракта на тест, разобраться, что он делает, невозможно. Ты просто делаешь, ты его вырубаешь к чертям и идешь дальше, потому что двигаться-то надо. Вот. И еще также радует большое количество юнит-тестов, которые делают, чтобы нагнать объем. То есть вот чтобы у нас было... У нас coverage 65%. Вообще клево. Coverage – такая классная штука. Вот. И ты потом... И ты потом что-то поменял, и у тебя там из этих 65 не работают там 30%. Ты такой, что делать-то? Вот, то есть идея в целом хорошая, но, к сожалению, она чаще всего реализуется плохо. То есть нормальный тест прям это редкость. Там сборка системы. Я столкнулся с тем, что никто не знал, как систему собрать. Тупо никто не знал. То есть есть исходный код, есть TeamCity, который что-то там для сборки делает. Но как вот я типа делаю себе чекаут, я хочу получить какой-то бинарный jar и его запустить. Ответа на вопрос нету. То есть вот, все говорят, там TeamCity какие-то скрипты что-то там делают, что-то в VVS на S3 аплодят, потом даунлодят, потом еще что-то разархивируют. Я такой, ёшкин кот, что с этим делать-то? То есть реальная система сборки была вот... и причем даже если ты собрал, то есть в результате я смог это побороть, но как запустить, тоже непонятно. То есть я jar пускаю, он говорит, ты знаешь, что-то вот тут вот в это value как-то не установлено. Я говорю, и что? Вот. А это value может туда попадать там 35 разными способами. То есть вот это был какой-то мрак. И при этом еще использовал 3 разных системы сборки, тоже хорошо. Вот. Не знаю, почему, не спрашивайте. Вот. Плюс при этом еще в конфигурационном файле жестко прописывались IP-адреса сервисов, где это все дело работает. То есть приложение само определять не умело. Я даже примерно догадываюсь, для чего это было сделано. Но смысл в том, что просто тупо на то, чтобы систему собрать и как-то вот привести в чувство, чтобы ее можно было просто после чекаута хотя бы артефакты бинарные сбилдить, у нас ушло несколько недель. Причем там это в основном было выкидывание чего-то лишнего. Вот. То есть... В реальности до того, как мы начали работать, процесс разработки, как выяснилось, выглядел так. То есть народ делает изменения в коде, делает commit-push, потом при помощи TeamCity все это собирает и деплоит. И смотрит, как работает. То есть вот этого звена, что запустить локально и посмотреть, или, не дай бог, дебаггером, вот этого не было совсем. Вот. Как вы понимаете, процесс разработки это ускоряло просто необыкновенно. На самом деле проблема эта, наверное, есть примерно во всех более-менее больших проектах, когда ты что-то, проект растет, у тебя к системе сборки что-нибудь прилипает всегда. Вот. И этому очень сложно сопротивляться, но сопротивляться этому надо, потому что в результате получается проект, который собирается только на машинах людей, которые в нем работают. Когда приходит новый человек, ему там это все кирпичики аккуратно выстраивают. Но если вот эта традиция разрушается, то есть старые люди уходят, а новые пришли, им некому вот это все настроить, то проект становится несобирабельным. То есть теоретически надо вот стараться, чтобы как бы можно было использовать последовательность, то есть говорим git-клон, какие-то локальные проперти, например, там на базу данных устанавливаем, стартуем какие-то, опять же, не очень сложные локальные сервисы, после этого Gradle bootrun проект поднимает. На самом деле это не очень хорошо, потому что часто в продакшене у вас конфиг совсем другой, то есть там какой-то load balancer, какие-то группы сервисов, там еще что-то такое. И все это, в принципе, оправдано. И ты такой, у меня же там группы сервисов, там у меня сейчас тут билд будет там на 56 шагов. И привет, все, после этого, то есть как бы supportability, поддерживаемость приложения падает драматически. То есть надо стараться вот, как бы, вот эту вот возможность локальной сборки не терять, потому что иначе очень тяжело потом код разрабатывать. Так мы час почти говорим. У меня еще осталась как бы пачка мелких вещей. Если все еще интересно, я могу рассказать. Вот, то есть вещь, то, что дальше идет, оно как бы более тактическое, да, то есть кровью попило тоже немало. Народ делал следующую штуку. Часть вызовов делалась асинхронно через спринговскую нотацию async. Эта задача запускалась, тихо умирала на каких-то действиях, и какие-то половинчатые результаты сохранялись в базу. При этом граф вызовов был достаточно разветвленным, и вычислить то место, где оно не дорабатывало, было очень сложно. И мы очень долго искали, почему у нас в базе данные отличаются от того, что должно было бы быть.
Вот. В результате мы обвязали try-catch'ем все асинхронные задачи просто банальным поиском по асинку. Все задачи обвязали try-catch, и мы нашли сразу место, где падает, там пофиксили, благо фикс был там пустяковый. Вот. Но вот эти вот как бы тихо умирающие нити – это бич Java программ, как бы, и надо стараться, чтобы у вас такого никогда не происходило. В Java 8, если мне память не изменялась, появилась такая классная штука, как optional. Замечательная вещь. Проблема в том, что народ пытается использовать везде. Ну как же, новая же штука есть, надо ею поиграться. Иногда не надо использовать. Вот у меня пример кода, как optional используется во зло. Ну то есть, в принципе, как бы тоже так можно, но, как это сказать, дорого и беспощадно. То есть читабельность заметно как бы ухудшается. При этом, в общем, простой императивный стиль как бы вполне себе решает проблему. В целом, в общем-то, в 8-й Яве увлечение функциональным программированием, я бы сказал, сыграло злую шутку, потому что создало как бы довольно негативную репутацию функциональному программированию как штуки, которые действуют разрушительно. Хотя в целом вещь полезная. Но за счет того, что народ пихает это все дело, там, стримы и лямбды куда ни попадя, код иногда получается совершенно сумасшедшим. То есть вот пример кода, когда стрим используется не по делу. Вот где-то внутри вот этого вот была ошибка. Я даю чуть-чуть времени, чтобы почитать. Всем видно, кстати, такой размер шрифта. Ты пытался угадать, как на слайде, каким его сделать, чтобы можно было прочитать. Ну, здесь по коду видно, что человеку очень хотелось сделать на стримс и лямбдах. То есть вот прям очень. Я прочитал, потом еще раз прочитал, думаю, может, какая-то есть хитрость, которую я не очень понимаю. Вот, я взял код, переписал. У меня получилось вот так вот. Все работает, то есть видно, очевидно, переписал правильно. Ну, то есть тут на самом деле простой. То есть мы ищем первого пользователя там заданной роли, ему там меняем свойства и выходим. То есть ничего сверхъестественного, как бы, ну вот в обычном императивном стиле выглядит заметно понятнее. Вот. Чего позволяет достичь вот этот код, не ясно, ну, кроме самого факта использования лямбд, который, в общем, пользы нам здесь не приносит. Вот еще пример злоупотребления. Он чуть-чуть менее очевидный. То есть, в принципе, как бы оба кода имеют как это, право на жизнь, но вот нижнее, мне кажется, несколько более традиционно очевидным. Не, он там падал где-то вот здесь, вот в середине, тут оно неправильно присваивалось, там не то. Он не падал, а просто там неправильно роли распределялись. Ну вот, поэтому к функциональному, при этом как бы функциональное программирование, я хорошие примеры не буду приводить, потому что на это дело есть много книжек, но не надо использовать как бы не по делу, потому что чтение кода сильно затрудняется, а пользы никакой не приходит. Еще очень важный момент, то, что народ не убирает мусор. То есть в приложении была структура данных довольно разветвленная, которую тоже все поддерживали, то есть при всех API-вызовах туда что-то там записывалось. Но структура данных хранила там изменения там, каких-то метрик пользователя. Вот. И там, судя по анализу Гита, ее поддерживали там, в течение там, нескольких лет. Что-то в ней там фиксили, там дописывали, меняли, то есть каждый раз. Из-за этой структуры данных никто никогда ничего не читал. То есть ее когда-то создали для чего-то, она там, возможно, даже использовалась, там я совсем глубоко там, исторически в код не лез. Вот. Но просто когда ее перестали использовать, видимо, ни у кого рука не поднялась ее убрать, кодом никто не владел, и вот так вот оно и жило паразитически в программе там, длительное время. Вот, то есть уборка мусора – это обычно то, на что ни у кого рука не поднимается, потому что все как бы новые дописать – это окей, а старые убрать все боятся, вдруг где-то внезапно сломается. Поэтому все предпочитают как бы старый код оставить. Тоже касается комментариев и вот, вот кучи каких-то странных переменных, вдруг она нужна и так далее. И последняя вот такая замечательная штука, то есть как бы очень…
хорошо, тщательно подумать над моделью данных. Там был совершенно классный пример, когда генерация вот такого JSON для API вызывала 393 селекта в базу. Вот, при этом никакой разветвленной модели там на самом деле внизу не было. То есть там было действительно вот примерно структура базы соответствовала тому, что слева в JSON. То есть там все было довольно линейно. Но за счет большого количества таких неленивых иго-маппингов и довольно кривой структуры как бы entities, оно вот приводило к таким как бы странным последствиям. Вот, то есть JIPA на самом деле довольно опасная штука, и, к сожалению, говоря о фреймворках, JIPA сейчас очень мало кто умеет правильно применять. То есть сейчас вот в Spring появилась Spring Data, на мой взгляд, как-то заметно менее опасная вещь. Spring Data JDBC, прошу прощения. И вот, может быть, как бы использовать Spring Data JDBC, в общем, часть этих проблем снимет. То есть там возможность вот таких вот последствий в целом пониже. Ну, хотя, конечно, пытливый человек всегда сможет. Вот, ну, на этом все. Я уложился почти ровно в час. Какие-нибудь вопросы, пожелания, замечания? Вот как раз в связи с такими древними раскопками помогали комментарии и документация или нет? Или наоборот, только запутывали? Не помогали совсем. Дело в том, что когда пишешь комментарий, ты же его никогда не пишешь тому, кто потом... редко кто так делает, редко кто пишет комментарий тому, кто придет потом раскапывать. Поэтому... То есть пишет для себя, чтобы он... Либо вспомнил. Для себя, либо для перформа, либо чтобы выпендриться. Этот комментарий реализует метод базе там кого-нибудь, там тыры-пыры, значит, там и такой на 5 страниц с цитатой из Википедии. Спасибо. А документация? Ну, в редком проекте получается так, что документация, она up-to-date. Вот возвращаясь к картинке... Сейчас назад отмотаем. Вот когда у нас вот какая-то такая картина, да, когда у нас вот там плотный development идет, наследствие, ну, как бы команда там наследуется и так далее. Даже в этом, то есть обычно вот в такой ситуации документация какая-то в целом пишется. Но даже в этом случае она обычно пишется, чужими для хищников. Ну, как бы редко, когда программист прям вот вкладывается в написание документации. Ну, давайте честно говорить. Нет, ну, я же пишу аналитики. Ну, и много вам поможет документация, написанная про код аналитиками. Ну, как это? Я еще раз, а какой ревень у Microsoft это? Толкового. И выделить время, чтобы разработчики тратили 20% времени на общение с ним. И выделить время в спринте. Редкий заказчик вот на это вот действительно ведется. И даже если он на это ведется, все разработчики привыкли, что это булшит. И все это тратят на какую-нибудь фигню. То есть вот у меня есть пример, где в проекте действительно все это дело писалось, но когда пришла трудная година, это, в общем, тоже не очень помогло. То есть... К сожалению, наверное, хорошая документация должна помогать, но, видимо, мало кто умеет ее писать. То есть теория звучит хорошо, но на практике что-то мне ни разу не везло с этим делом. Денис, скажи, пожалуйста, а есть какой-то такой вот квинтэссенция примера, в чем опасность JIPA и не опасность Spring Data JDBC? Слушай, ну JIPA, там есть два известных как бы issue, как бы основные две, это, как сказать, выстрела в ногу. Первое – это lazy versus eager, когда берется модель данных, везде делается маппинг eager, и ты выбираешь один какой-нибудь абсолютно невинный как бы кусочек данных, там, не знаю, там, пользователь, профиль пользователя, и у тебя выбирается вообще вся база данных, тут же читается, потому что везде игр-маппинги. Да, здесь как бы на перформанс это все влияет, но насколько я знаю, там игр – это не best practice. Всегда можно из изи в игр перейти, а из игр как бы в изи уже не перейдешь, насколько я понимаю.
Можно, ну, во-первых, как бы, гляди, делай все лейзи, наступает другая проблема, да, сущность отсоединяют асессии, и как бы потом кто-нибудь из нее что-нибудь читает. И происходит этот exception, как он там называется, кто помнит, навскидку. Да, вот оно, оно. Вот. Ну, да, это тоже как-то хендлит. Просто сейчас проблема в том, что как хендлить каждый из случаев, как бы все, конечно, знают, да, там, типа, там, не хочешь, чтобы читал все, делай lazy, не хочешь, чтобы был lazy initialization, да, делай get предварительно, ну, то есть, вот, рецепты, в принципе, известны, проблема в том, что их надо применять консистентно, прям вот вдоль кода. И ты пишешь кусочек кода, который у тебя рабочий, да, то есть нормально, у тебя там все, там, у тебя ни того, ни другого, ни другой проблемы нет. Вот, откладываешь его в сторону, проходит несколько месяцев, до этого куска доходит кто-нибудь, начинает на нем что-нибудь делать, или его переиспользует, и нога попала в колесо. То есть это вот, вот просто прям вот, ну, постоянно случается. И вторая проблема – это N плюс 1 чтение. То есть когда народ в цикле, как это, нам надо посчитать, сколько у нас мальчиков в, на потоке. Мы говорим, ага, дайте нам, значит, поток третьего курса в цикле по всем группам потоком, в цикле по всем этим студентам. Если поле равно M, то, значит, типа там плюс 1. И сразу генерируем там что-нибудь, каких-нибудь 500 селектов. Вот. Потому что когда народ видит модель, да, и там есть геты, при помощи которых можно добраться до данных, все, естественно, используют эти геты. То есть писать SQL – это прям вот второе, что народ думает. И каким-то образом систематически инфорсить это дело очень сложно. Ну, то есть какие-то вот совершенно такие фашистские код-ревью, которые там все это дело тут же проверяют, ну, в общем, сложно контролировать. То есть если чуть-чуть ты расслабился, эта фигня тут же расползается по коду, у тебя там тут же начинается вот то, что там на картинке было 393 селекта. Они там частично были лейзи, а частично циклами вызваны. Все там было как положено. В смысле, частично иго, частично циклы. А если используешь стрибы, то вообще... Ну да, тогда вообще все хорошо. Стрибы в этом смысле дают нам еще больше силы. Методология... В общем, мой вопрос в следующем. Исходя из этого доклада, получается, что все разработчики, которые делали вот этот страшный проект, делали все как-то в кривь и в кось, не пользовались ничем, и, может быть, есть какой-то совет, какую методологию использовать, чтобы не наступать на грабли, потому что я вот помню, что там прозвучало, что Solid – это круто, может быть, и Dry неплохо. Ну, Solid – это не методология, что-то. Это скорее некий принцип. Там. Нет, ну, а методологии. Может быть, я вот, например, знаю одну. Да, она называется Rational, как она? Как... Unified Process. Да, от методологии это не зависит. Я вас уверяю, в рупе точно так же можно таких же хвостов наставить. Проблема не в том, что разработчики делали плохо. Они делали все хорошо. Как бы там... На тот момент времени идея казалась хорошей. Понимаете, в чем беда? Но проблема в том, что задача не стояла, как бы, ну, у них в голове не стояла сделать так, чтобы это потом не ломалось. Как бы сейчас индустрия так устроена, что очень многие вещи делаются без, ну, как бы с какими-то достаточно узкими тактическими целями. Вот. И методология вам здесь никакая не поможет, потому что, чтобы вы не использовали, все равно как бы народ в какой-то момент будет там делать какими-то тактическими целями. Ну, это не в методологии вопрос. Можно делать чуть лучше, чем в среднем по больнице, да, там научиться. Как бы, ну, да, теоретически вот как бы доклад в идеале на это и направлен. А кто в итоге оценит, что чуть лучше, чем средний по больнице? Если, ну, как бы, ну, она вроде работает, но вот как-то. Ну, in the long run, да, обычно оценивает бухгалтерия. Да, вам начинают платить чуть-чуть в среднем больше, чем коллегам. Вот, но тактически тут, конечно, как бы не угадаешь. Ну, использовать как бы это голову и все такое. Тут универсального рецепта нету, как бы. Если был, то, я думаю, его давно все использовали. Ну... Да, Денис, немножко провокационный вопрос. Дополнение вот товарищу, который спрашивал про GPA и прочее.
А вот вообще стоит использовать ORM не в POC, а в high-load и в реальных приложениях, которые бабки вырабатывают? Слушай, ну, как бы его точно используют, как бы, да? ORM. ORM, да. Ну, на самом деле, там оверхед как таковой, он почти не добавляет, там, ну, как бы, там, копейки. Был, говорит, давно еще, лет 5-6 назад мне попадала статья с анализом, как бы, вот реально ORM, Hibernate, Vesos, там, Plain JDBC, да, там, сравнение именно чисто по перформансу. И там было, что, ну, он там, знаешь, чуть-чуть больше процессора выжирает, и в некоторых случаях тебе чуть-чуть сложнее писать оптимальные селекты, не более чем. То есть проблема скорее в дисциплине, как бы, всего этого дела и такое. С ORM, не знаю, мне Spring Data JDBC нравится больше, да, есть другие фреймворки, которые что-то похожее делают, я сейчас, у меня название из памяти вылетели. То есть ты описываешь просто query как темплит? И через Spring Data вытягиваешь. Не, ну Spring Data, на Spring Data JDBC смотрел, нет? Да. Ты описываешь, ну как бы там, ты query как таковой в принципе не пишешь. То есть если там какой-то банальный, вот на уровне create, read, update, delete, ты в принципе ты можешь оставаться в рамках вот такого как бы соглашения в коде. Если тебе сильно надо, можешь query описать. Да, но query это фактически будет он нативный query, да? Ну да, нативный query, он на то и называется JDBC. Да. Ну, просто еще вопрос в том, что тот же Hibernate, его никто не знает. Вот кто пишет, вот сколько вот мы писали большие проекты, в итоге все переходят фактически к plain-запросам, которые можно хинтануть, которые можно параллелизировать, вот, и которыми ты можешь управлять. Вот, ну, и гарантировать какой-то результат. Слушай, во-первых, там Hibernate тоже не rocket science, я тебе уверяю, как бы. Ну и это скорее общая проблема для IT, что как это никакую технологию никто не знает. Высокий спрос на айтишников рождает как это падающий уровень знаний. Даже ты сам говоришь, что вот ты сам больше preferred to Spring Data, чем... Ну, гляди, я-то как раз Hibernate знаю. Но... Почему ты не используешь тогда? Почему ты больше душа лежит? Ну, потому что, возвращаясь к слайду заметно выше, да, был бы я здесь один, и я знал бы, что больше никто, кроме меня, писать не будет, это одна история, да, там, типа, там, и будь у меня уверенность, что все там лет сколько-нибудь работы над проектом, я всегда буду в здравом уме, трезвой памяти и не выстрелю себе в ногу, да. Даже, в общем, наружу я делаю предохранитель, хотя, казалось бы, в общем, такое, зачем он? Поэтому тут вопрос такой. Ну, с другой стороны, если посмотреть, там, 8 лет назад, как бы, к Hibernate альтернатив особо не было, как бы, да? Ну, там что-то существовали, какие-то фреймворки, но они там по сравнению с Hibernate в те времена смотрелись там довольно жалко. Вот, сейчас вот появились вот эти репозитории спринговые, там, Spring Data, JDBC, уже можно делать по-другому. Тогда как бы у тебя была альтернатива вообще, вот знаешь, как там, типа, если еще на 15 лет назад отмотать, ты используешь вот это вот JDBC Result Set, вот это все, вот Prepared Statement, и вот в цикле там пошел это крутиться по Result Set. Ну вот, или Hibernate. Как бы выбор был очевиден, понимаешь? Спасибо. Просто я тоже склоняюсь, не использую ORM. Ну, сейчас просто появились какие-то, все ORM как-то обожглись, да, и, в общем, сейчас появились более другие способы работы с ним. Сейчас можно, в общем, и по-другому. Просто сама концепция в Hibernate вот этого кэша сессионного, она довольно такая стрёмная. Вот это вот attached, detached, вот это все вот туда-сюда. Оно, конечно, не все, в принципе, это понимают. Это рождает большое количество там таких... Да, еще одна проблема – это то, что вот ты сказал, что надо проектировать схему баз данных, да? Вот. Но надо не только схему баз данных проектировать, а, собственно, концептуальную модель тоже, да? Потому что табличка, там, концептуальная модель, да, то есть модель, которая используется в доменной логике, да, она может там сохраняться там, в 3, в 5, в 10 таблиц. Слушай, ну я так далеко не хочу ходить, да, понятно, что там, если взять какой-нибудь Oracle Designer, да, там есть как бы верхний уровень модель, которая проецируется в разные модели таблиц. Слушай, ну я тебя умоляю, как бы учитывая то, что мы сейчас обсуждаем, я туда точно не хочу ходить. Да пусть хотя бы модель таблиц проектируется, уже неплохо в целом. Это к тому, что вот если плохо спроектировать концептуальную модель и понимать ее, да, то в Hibernate это очень сложно мейнтейнить, если вообще не понимать, как это вообще делать. Ну, гляди, поскольку сейчас превалирует мнение, что вообще надо все хранить key value в NoSQL, то я тебя умоляю, как, кому ты это рассказываешь?